Опровержение из первых уст. Сегодня на телеканал ТДК-42 вновь обратился сын одного из осужденных уральской колонии общего режима. Напомним, недавно именно он заявил во всеуслышание о четырех трупах, обнаруженных в ходе бунта в режимном учреждении. Однако это оказалось ложью, и теперь парень признается в том, что его заявление не имеет никаких оснований и является недостоверным. Я был на свидании с отцом, мы с ним разговаривали, с ним все нормально. Так, я передал ему передачку. Потом, когда я выходил, я слышал то, что сказали, было четыре трупа. Со слов граждан. Я постоял немного, потом собирался уезжать. Меня останавливает женщина. Говорит, надо доехать до ТДК-42, дать интервью. Я ее довез, она меня попросила зайти с ней. Сказал, попросил, чтобы я дал интервью. Я сначала отказывался. Потом все-таки она меня, как можно сказать, уговорила дать интервью. То, что сказал, у тебя же там отец, там, ты не боишься за него. Я говорю, с ним все нормально. Но интервью я все равно дал.